Каспийске под руководством Бориса Гонцова прошли рейды по ремонтным работам дорог города. Отметим, что проходят реконструкции по 7 объектам в рамках программы «Мой Дагестан. Мои дороги». У нас было приоритетно завершить те улицы, где у нас школы до 1 сентября. Там мы уже, значит, постелили асфальт, практически все работы, за исключением там небольших недочетов, произведены. А остальные сейчас у нас по приоритетности мы сделали те дороги, сейчас остальные мы будем уже заканчивать работу. В состав комиссии также вошли представители администрации, заместитель главы города Руслана Учакаева и Арсена Шарифова, советник главы Рамазан Халилов и многие другие. Они во главе с Борисом Гонцовым обследовали объекты и выявили некоторые недочеты. Не, а вы могли вот как бы столб обойтись? То есть, нет, да, ну или хотя бы вровень с бордюром сделать, чтобы у нас как бы такой не съедало территорию тротуара, да, вот это нагромождение. Чуть-чуть было, 20 сантиметров. По результатам встречи подрядчиками было поручено решить проблемы и исправить все недочеты в ближайшее время. Кроме того, глава города Борис Гонцов также выслушал жалобы жителей районов и указал подрядчикам сообщать горожанам о графике работ на объектах. Отметим, что прошли рейды по следующим объектам: улица Кирова, Матросова, Трудовая, 2-я школьная, Каспийска и микрорайон Кемпинг.